Бесхозная находка журналистов стала поводом вызова спецслужб. Подозрительные мешки были обнаружены возле железнодорожного вокзала на одной из автобусных остановок. В это время на территории вокзала выездное совещание проводил мэр Череповца Юрий Кузин. Вызов осуществили в 10:49, и менее чем через 10 минут пожарная бригада прибыла на место. Остановку оцепили, произвели проверку, в ходе которой владелец сумок был найден. Им оказался сомнительного вида мужчина. По его словам, сумки он оставил на остановке, чтобы не таскать их с собой, в то время как он просит у прохожих деньги на билет до Липинбора. Сумки мужчине вернули и попросили убрать с остановки.